Всем привет, друзья! С вами канал Алекс Про. Это игра Shadow Fight 3. И в этом выпуске я расскажу вам о том, как легко победить всех боссов, так сказать, соперников в Багровом лесу. Немножечко поговорим о дуэлях и об экипировке. Ну, давайте для начала, наверное, все-таки начнем с дуэлей. Итак, начать дуэль. Подключил, кстати, себе мышку, прикольно. Получается. Итак, Виктор Бритва. 919 рейтинг у меня. Ну, как вы видите, уровень экипировки у меня процентов на 30, даже чуть больше, наверное, выше. То есть на треть. Итак, after. То есть какой-нибудь там после. Если в переводе, наверное, на русский примерно так будет переводиться. Итак, нажимаем в бой. Поехали, да? Да ты шо, какой опасный мэн. Выбрал себе, кстати, вот такой вот мечуган интересный. На! О, у него какие-то... Эй, блин, надо было уклониться. Вот так вот, на тебе. Ну, давайте просто его, может, ногой. На, все, не вставай. А, такой вот чудик какой-то, да, серьезный мэн. С топориками. Кстати, как я уже говорил, соперник здесь идет компьютер. То есть, хоть как бы это игрок настоящего, точнее, человека, да? Персонаж настоящего игрока, но управляет им все же компьютер. Ай-яй-яй-яй-яй, какой опасный мэн! Скажу я вам. Ай! Да ты шо ж такое вытворяешь? Ну все, пришло время с ним заканчивать. Ничего себе. Все. Лежать бояться. Вот. Нюхай мои носки. Ну, такой вот, в героической позе застыл этот автор. Так. Получили немножечко всякой вкусняшечки. Обычный сундучок. Кстати, выпадали мне тут матерые такие сундучки. И что хочется отметить, то что... Открывая подобные сундуки, желательно нажимать все-таки на рекламочку. Ты иногда там выпадает даже с простых сундуков. Вот мне попадали оранжевые вещи в рекламном, после рекламного блока. Итак, как я вам и обещал, задание... А, задание, секундочку, мы не будем проходить. Как я вам и обещал, это Багровый лес. Так, скаут. Ты ведь уже в курсе, да, про тех странных ребят, что засели в Багровом лесу? Конечно же, я в курсе. Культисты поклоняются. Короче, заканчивай давай. Итак, у нас есть вариант в обычном и в престижном. Ну, в престижном я уже выполнял пока, поэтому для участия в престижном требуется 70 вот таких вот камушков. Ну, давайте для начала пройдем обычный. Как вы видите, я его до конца пройти не сумел. То есть попадался мне на пути мечник. Это именно с двуручным мечом персонаж, который просто меня выбивал там, ну, на счет раз, два, три. Причем урона я ему никак не мог нанести. У меня было слабенькое оружие. Сейчас же я уже немножко подраскачался. Ну, лупить мы их будем, так сказать, по-простецкому. Просто как вертолет. Вот так вот. На, получай, вонючка. Главное не давать им действовать. Хлоп и все. Как комара прищучили. Вот, попался мне, в общем, мечник двуручный. Никак не мог его вырубить. Вот, пришлось взять что-нибудь покруче. Итак, давайте. О, отбежал, молодец. На. Хач, хач. По низу. Мне интересно, почему не срабатывают так легко броски. Когда мэн пытается меня бросить, вот у него броски прям на раз проходят. А. Хач! Все, разрубил ему задницу. По полной программе. Так сказать, раскололся как орех. От макушки до самой задницы. Так. Shadow Fight 3. Отлично!
Так, ну первый бой у нас уже прошел. Давайте посмотрим, что тут будет дальше. Вот, влияет только ваш навык и редкость предметов. Но тут как бы совсем непонятно, что на что влияет. То есть, может это, конечно, особенности перевода какие-то. Так, начинаем сразу с кулачьими лупить его. Ух, какой опасный мэн. На, получай. Да ну не бывает такого. На. А, так это у нас девушка, да? Вот так вот за мечи взялась, значит, опасный мэн. Да. Так. Ага. Round two fight. Долго они начинают, пока раунд два, пока там... Да хорош уже забрасывать кинжалами. В самом деле-то. На, критический. По баштану. Пух, пу-бух. Это особый спецприем. Ну давай, бросай уже ее. Главное, все делаю как правильно, а бросить, но что-то не может ее. Хлоп! И все. Ну, кстати, немножечко потом вам расскажу об экипировке. Вот этих вот товарищей из Багрового леса. Так. Отлично. 60 уже накопленная награда. Но что хочу сказать здесь, то есть, когда вы проходите легкую линию, особо тут рассчитывать на награду не приходится. Тут разве что конверты вскрывать, которые идут, и все. О, мечуган такой же, как у меня, но я, видимо, лучше подготовлен. Вот. Вот, рубим по-простецки. Да ты шо? Опасный. А. Опа. Пу-бух. Отлично. Еще одному покромсали. Итак, рубим по-простецки, потому как работает мечом он как лопастью от вертолета. Только и успевай подставлять бошку. На. Причем очень интересно. Вот. У него удар идет гораздо мощнее, чем у меня. И вот когда он в теневой форме... Ай-яй-яй-яй-яй, критически в голову с такого голимого прям удара. Вот это вот меня вообще бесит. А ладно. Но не бывает такого. Конечно, он пока встал. Но пятак свой подставил прям под коленку. И это на легком уровне. Так. Ну сейчас повлияет тут. И навыки, и редкость предмета сейчас тут тебе будет. На. Ай-яй-яй-яй, не успел завершить. На, все. Так. Ну, серьезный мэн, однако. И раунд 4. Вот уж кому мало досталось в первые два раунда. Так еще и в четвертом хочется. А! Ну так нечестно вообще. Запрещенный прием. Хэч! Хэч! И давай! Вот это вообще красавчик! Красавчик, да! Отлично! Ну настоящий мужик, ничего не скажешь. Так, пошла тема. Троих уже забили. Осталось еще у нас три соперника. Так, кто у нас будет здесь? Так. Угу. Вот этот вот мэн постоянно меня выбивал, пока у меня не было такого чуденького мичугана.
Сейчас же он против этого Мичугана как бы, ну, не взлетает. Так это скажем. По-простому. И вот, опять же говорю вам. Вот, я делал бросок, у меня не получился. У него прям получается с первого раза. Хлоп. На, получай. Блок он там ставит. Ну то все. Нюхай носки. Так. Стойки прям у него такие шикарнейшие. Ай-яй-яй-яй-яй, попался. Надо было низом уходить. Опять налетел прям сам на Мичуган. Ж надо было так. На! Хлоп! Хлоп! Конечно, ну конечно, сейчас же коленкой ударит. Ну еще бы! Полежим немножко, подумаем над своим поведением. Так, влияет только навык. Кстати, я уже не раз с ним сражаюсь, и действительно, когда выбиваешь у него из рук Мичуган, то с ним становится, ну, довольно-таки тяжело справляться. Потому как он начинает броски проводить, причем очень-очень крутые прям. Попробуем его запинать, может. Может так получится. На! Ай-яй-яй-яй-яй, бросок. И сейчас он наверняка коленом еще поддаст. Есть. Блин, надо было, наверное, его все-таки с этого шмальнуть. Хлоп и все. Критический урон, конечно, он такой вообще крутой вообще, мэн. Итак, получаем трофей. Нажимаем продолжить. 400 монет. Участвовать 380, или же бесплатно ждем завтрашнего дня. Здесь для, за участие 70. Но здесь и за один бой как бы вы получаете сразу прямо очень-очень много. А, то есть 710 это максимальное количество, которое можно заработать за все раунды. Хотя, по-моему, даже чуть больше. Ну да ладно. Так, здесь получили. Сейчас немножечко. Давайте, кстати, откроем сундучок. Так, открываем сундучки. Угу. Ну, какой-то шлемак. Еще один шлемак. Бумеранги. Тоже такие... пуфлыжные. Так, ну сейчас смотреть ничего не буду. Кстати, насчет сундучков. Рекомендую вам в течение дня, если вы заходите в игру регулярно, открывать сундучки, которые по 3 часа идут. Ну, а на ночь, понятное дело, там ставить уже серьезные сундуки. Там синие, оранжевые там. И так далее. Насчет открытия. 3 карты. Обычные. И, как я вам и обещал, немножечко поговорим об экипировке. А именно, экипировка у нас сейчас здесь шлемак. Ну, шлемак такой себе. То есть уровень редкий как бы идет. Ну, пока ничего более достойного у меня нет. То есть прокачивать свой шлем, который вот этот вот кирасира, понятно, что очень дорого. Улучшить 225. Но после такого улучшения мы получим максимального уровня шлемак. Ну, для нашего ранга, для четвертого. Так вот, к примеру, эпический доспех у меня сейчас 104 защита тела. Как бы не очень много, согласен, да. Но этого вполне достаточно, чтобы сражаться там на арене и убивать разных там чудиков. Теперь, что касается уникального двуручного меча Пожиратель грехов. Я его уже один раз качнул и добавил плюс 8 к урону. Ну, согласен, это прям очень-очень хорошая прибавка. Что касается внешнего вида этого меча. Ну, скажем так, любой воин, который считает себя все же воином,
заботится о своем оружии очень-очень сильно. Здесь, как мы видим, оружие какое-то чем-то перемотано, там, какое-то грязное, что ли. Или даже ржавое. То есть, разработчики, видимо, подумали, что это будет очень-очень интересно и прям круто, когда меч будет какой-то такой замызганный. Ну да ладно, речь сейчас не об этом. Так, посмотрели всяких персонажей, всех поубивали там, получили все, что захотели. Ну, на этом пока все, ребят. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!